Сегодня будет полноценный комплексный обед под кефир 1%. Также будет на первое у нас сырный крем-суп по-швейцарски с гренками. Ну и, соответственно, рис с морковью и луком а-ля плов. Этот комплексный обед будет виртуозным произведением всяких субликов и всего остального. В общем, для его приготовления нам понадобится всего лишь навсего кипяток и 5 минут нашего времени. Так что как-то так. Погнали. Магия кипятка. И 380 килокалорий. Всем приятного аппетита. Покупайте химические обеды, когда не успеваете перекусить нормально. Ну, каша в меру соленая, хорошая. Суп вообще бомба. Такой я уже пробовал. Сначала суп, который окрашивает кружку без ГМО и всего остального. Затем кашу вместе с кефирчиком 1%. На все про все 380 килокалорий.